Проспект Ленина, дом 48. Красивый, уютный и полностью отремонтированный дом. Таким он стал недавно. Было довольно-таки плачевное состояние дома, канализация, с отоплением были проблемы. Мы попали в эту программу капитального ремонта и очень рады. Изменения произошли в том плане, что поменялась ГВС, ХВС, канализация, полностью все поменялось. А еще заменили крышу и подвальное оборудование. Это только один из домов, который попал в региональную программу капитального ремонта жилья. В городе Димитровграде в 2017 году было отремонтировано 10 многоквартирных домов. В общей сложности выполнено 46 видов работ. То есть общая сумма работ составила более 25 миллионов. То есть из них было выполнено 7 крыш, 8 фасадов и 30 объектов внутри домовых инженерных систем. Активная работа по модернизации жилого фонда в регионе связана с майскими указами президента Владимира Путина, которые направлены на улучшение качества жизни людей. Программа капитального ремонта жилья набирает обороты. Губернатор Сергей Морозов поддержал идею Общественной палаты региона расширить программу «Пятилетка благоустройства». С начала следующего года планируется ремонт подъездов и входных групп. До конца этого года некую ревизию того, что в каком состоянии находится. Обратимся к общественникам, обратимся к людям, которым неравнодушны к тому, что их окружает. Это первое, второе. И тогда прорабатываем вопрос с правительством, проработаем с руководителем муниципалитетов о том, чтобы мы все вместе посмотрели на состояние подъездов, на состояние входных групп. Татьяна Баловнева, Анжелика Бровинок. «Наше время».